Всем привет! В предыдущем ролике я вам, когда распаковывал куртку и чехол, обещал, что приедет скоро еще одна куртка. Вот она перед вами. Будем мы ее тоже сейчас, как вы догадались уже, распаковывать. И посмотрим, что в этот раз к нам приехало. Не будем откладывать долгий ящик, постараюсь долго не рассусоливать. Поехали! Так... Посмотрим, что в этот раз китайцы наваяли нам на своих бескрайних заводах. Такого товара поднебесный более чем достаточно. Видим, что курточка у нас тоже красного цвета. Единственное, что она отличается от предыдущей куртки. Так, это мы убираем. Так, сейчас распакуем. Вот, размер XL у нас вот так вот выглядит. Вот смотрите, уже капюшончик у нас тут без меха, матерчатая основа, приятная на ощупь. Вот. Эта куртка, ну вот, она... На ощупь вроде как и зимняя, но фасон такой вот больше вроде как весенний, что ли. Ну, это такая более молодежная, наверное, более втягивающая. Ребят, это снова я. Опять у меня небольшие технические сложности. Ну, как небольшие. Во время съемки почему-то заглючило видео. Звук записался отлично, поэтому я вторую часть доснимаю своего ролика. Что хотелось бы сказать об этой куртке? В принципе, ну я как бы не специалист особо по женской одежде. Куртка на вид классная, цвет броский, приятный. Нужно все смотреть непосредственно уже, когда эта куртка одета. Наверное, будет более ясно, более понятно. Как я и говорил, я оставлю фотографии реальные сразу вот после этого видео. Посмотрите, понравится вам, не понравится. Если все же вам понравилось, пожалуйста, можете переходить. Ссылки будут в описании на этот товар. Цвет есть разный. Это и желтый, и черный. Ну, то есть любой, в принципе, кому какой больше нравится, к лицу, пожалуйста, можете выбрать. Если вас заинтересовало, пишите, буду рад помочь, если кто захочет заказать. Всем спасибо, всем до новых встреч, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока!